15 апреля пополнить транспортную карту «Стрелка» можно во всех кассах на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто». Всего на предприятии установлено 72 устройства. Теперь кассы 44 автовокзалов и автостанций «Мострансавто» оснащены специальными терминалами, с помощью которых кассиры смогут оперативно пополнять баланс карт «Стрелка». Средства зачисляются мгновенно, позволяя без промедления совершать запланированные поездки. В целях исполнения поручения губернатора Московской области по формированию благоприятного облика городов Подмосковья в части работ по приведению в порядок информационных и рекламных конструкций, ограждений, нестационарных объектов, администрация Ленинского муниципального района проводится планомерная работа по приведению в порядок информационных и рекламных конструкций. Чествование человека труда – одна из давних традиций Подмосковья. Праздник труда в городах и районах Московской области проводится по инициативе губернатора Московской области с 2002 года. Торжественное собрание «Все профессии важны», посвященное этому событию, состоялось 15 апреля в детской школе искусств города Видное, собрав около 300 представителей разных профессий. Делегации из всех городских и сельских поселений, трудовые коллективы предприятий, организации, учреждений муниципалитета, ветераны труда. Министерство культуры Московской области подвело итоги конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений. Рассмотрев поступившие документы, конкурсная комиссия сформировала список учреждений, признанных победителями. В числе лучших – библиотека деревни Милькова, филиал номер 8 муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Ленинского муниципального района».